На конкурс «Дети читают стихи» Рома Воробьев, 5 лет, город Вологда. Стихотворение Надежды Найденовой «Мы весной его не встретим». Мы весной его не встретим, он и летом не придет, но зимой к нашим детям он приходит каждый год. У него румянец яркий, борода, как белый мех, интересные подарки приготовит он для всех. С Новым годом поздравляю, елку пышную зажжет, ребятишек забавляя, станет с нами в хоровод. Дружно мы его встречаем, мы большие с ним друзья, но поигорячам гостя этого нельзя.